Экологически безопасным будет новое производство под Магнитогорском. Там планируют выпускать сухие строительные смеси. Горожане боялись загрязнения окружающей среды, поэтому промышленники решили развеять их страхи и показали, какими будут технологии защиты природы на будущем предприятии. На примере уже существующего завода в Уфе. Юлия Савосина туда съездила и расскажет подробности. За игрой в волейбол у Артема Зубаирова и его коллег проходит обеденный перерыв. Спортивную площадку построили прямо на территории завода. И коллектив становится сплоченнее, и работа после такого отдыха продуктивнее. Когда ты поиграешь в волейбол, немножко отвлечешься от своих обязанностей, приходишь на работу и как-то даже сил добавляется. В волейбол играем мы постоянно. Здесь в летний период всегда выходим на площадку. Зимой все это собирается, и мы перемещаемся во время обеда в специально отведенное место, где можем играть в настольный теннис, либо в настольный футбол. Этот завод по производству керамической плитки находится в пригороде Уфы. Инвестор – австрийская фирма. Аналогичное предприятие планируют возвести в 16 километрах от Магнитогорска, в поселке Янгельском, Абзелиловского района Башкирии. Только производить там планируют строительные смеси. Перспектива появления нового завода напугала магнитогорцев. Они боятся, что выбросы и пыль будут загрязнять город. Промышленники решили развеять сомнения и показали уже существующее производство в Уфе. Здесь действует серьезная природоохранная программа. Грубо говоря, на расстоянии там, 100 метров от нашего предприятия может спокойно жить человек. И наши вредные факторы, которые у нас внутри сконцентрированы, на него действовать не будут, потому что мы соблюдаем экологическое законодательство, очищаем свои выбросы и прочее. На заводе в Уфе в качестве сырья используют песок, глину, полевой шпак и каолин. Хранится все это в отсеках на территории предприятия. Каждый вмещает 4000 тонн. Для производства плитки сырье измельчают, превращая в порошок. Однако пыли в цехах почти нет. Все это благодаря современной системе аспирации, то есть улавливания пыли. Такие пылесборники установлены на территории всего завода. Их еще называют здесь пылесосами. Всего на заводе их 15, есть меньше, чем этот, есть больше в несколько раз. Задача этой установки – собирать пыль, которая витает в воздухе от производства. Затем собранную массу отправляют обратно на конвейер и из нее уже делают снова смесь для плиток. Повторно в работе используется и вода. К тому же раз в сутки в цехах проходит обязательная влажная уборка. Моют полы и оборудование. Интересная деталь. Всем рабочим выдают респираторы, но их практически никто не носит. Уверяют, и так свободно дышится. Еще одним показателем безопасности производства сотрудники считают цветущие газоны возле цехов. Жилые дома начинаются в полукилометре от предприятия. И люди скупают в этом районе таунхаусы. Многие сотрудники живут неподалеку, в пригороде Уфы, который видно отсюда невооруженным глазом. И на выбросы тоже не жалуются. Очень хорошо здесь обустроена у них система вытяжки. Это все вот, как мне кажется, что для окружающей среды это не так вредно. На улице от машин бывает больше выхлопных газов и вреда, чем вот от завода, мне так кажется. Такие же экологические схемы производства обещают применять и на заводе под Магнитогорском. Мы будем использовать самые современные фильтра, которые на данный момент существуют и которые широко используются на предприятиях компании «ЛССБергер». У компании «ЛССБергер» имеется несколько заводов уже по сухим строительным смесям. Там установлены фильтры, и заводы расположены в Европе, где имеются очень довольно-таки жесткие требования к выбросам. Отмечу, что на встречу встревоженным жителям Магнитогорска все же пошел губернатор Борис Дубровский. Новый завод сначала хотели построить на другом месте, рядом с садовыми товариществами города металлургов. Но глава региона поручил переместить площадку подальше от огородов южноуральцев. Так что теперь Магнитогорск и будущее предприятие разделяют 16 километров. Предполагаемый объем инвестиций в новый проект составит 200 миллионов евро. На территории в 100 гектаров возведут офисные здания и два цеха. Первый по производству белого цемента и микрокальцита. Второй по подготовке и упаковке строительных смесей. При этом на заводе создадут 500 рабочих мест. Устроиться на производство смогут жители Магнитогорска и Агаповского района. Планируется, что возведение предприятия начнется уже следующим летом. Юлия Савосина, Евгений Чекалов, ОТВ.